Всем привет! Сегодня 22 ноября 2023 года. Холодрыга на улице, я за Чичей. Последние дни просто не успеваю. Пока она выбежит, я пока соберусь, выйду. Собакам надо вынести еду, потом забрать ее, потому что замерзает. Выйду, Чичей уже домой стремится. Сейчас поймал минутную прогулочку, и она ходит по сугробам. Все подмерзло, сегодня ночью было минус 12, сейчас минус 8 примерно. Давай сейчас глянем. Градусник, розы мои вовремя не срезал. И всех снегом. О, градусник исчез. Буду искать сейчас. Закончу видео, куда он делся. Один крючочек вот торчит. А куда градусник делся? Я на него давно уже не смотрю. Видимо, он обиделся и испарился. Такое тоже бывает. Приходил барабашка и забрал. Вон она, Чича. Так что погода солнечная. Вот такое. Где там наша? Вот Чичка сегодня спала до 10 часов. Еле встала, говорит, так неохота вставать. Вроде вышла побегать. Вот такая она. Снег пока для нее немножко в дефолинку, она его уже подзабыла. О, начинается это все. Надо поразговаривать, полаять. Так что всем желаю хорошего дня. Всем пока. Вон такая Чича. Давай, Чича, гуляй. Будем заходить.